Гродненская прокуратура помогла аннулировать кредит на посуду более 4000 рублей спортивного болельщика Павла Маджиевского. В марте этого года Павел, более известный в Гродно как Паша Манджик, посетил презентацию дорогостоящей посуды. Представители компании из Бреста, несмотря на очевидные особенности молодого человека, оформили на него кредит. Я поднял руку, поднял. Мне кто хочет подарок. Я взял эту руку, поднял, и меня взяли с собой. Я поехал до хаты. Спросили, если надо подарок, я взял подарок. Я поехал с ними на бусе. Они меня забрали на бусе, я приехал до хаты. Кто не знал, что я приехал домой. И потом мне приехали обратно туда, и мне дали полностью посуду, полностью паспорт взял, и поехали туда, с ними туда на презентацию. О том, что это не подарок, и он должен будет выплатить неподъемную для него сумму 4290 рублей за посуду, подушки и одеяло, Паша узнал через 2 месяца, когда ему начали поступать звонки из банка. Кредит был оформлен на 36 месяцев. Выдача кредита производилось путем перечисления денежных средств на банковский счет организации продавца товаров. В этот же день по акту приема-передачи были гражданину переданы товары. Вместе с тем данными товарами гражданин никак не пользовался. Ну и кроме того, кредит он также не уплачивал, мотивируя свою позицию тем, что в момент заключения договоров фактически суть и смысл договоров он не понимал. Мама Паши решила обратиться в прокуратуру. По белорусскому законодательству из-за особенностей развития он не может самостоятельно принимать решения, и тем более касающиеся финансовой стороны. Нами было подготовлено в суд Ленинского района города Гродно исковое заявление о признании сделки купли-продажи, а также кредитного договора недействительным. Наше исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Поскольку Паша известный болельщик футбольного «Немана», команда решила поддержать парня после этой непростой ситуации и подарила ему сувениры. Обещают на ближайшем матче вручить мяч с автографами всех гродненских игроков.